Давайте послухаємо вашу дружину, познайомимося з нею, почуємо, що вона про вас каже по звучі. Давайте. Это все собираются на интервью? Помню, тогда была у родственников в гостях и пишу ему сообщение. Вот так и пишу. Говорю, надо что-то решать. Говорю, либо расходимся, либо женимся. Вот. И ждушь ответ. Ну, как бы тоже страшно было получить ответ. И он мне просто прислал дату свадьбы. Вот, ну, типа, как тебе, например, там, 3 декабря? Я пишу, окей. Я вернулась в Киев, и мы пошли, подали заявление в ЗАГС. Честно говоря, мне вообще проще все в письменной форме решать. Вот мы, например, с Олегом никогда не ссоримся словесно. Вот, чтобы мы там кричали друг на друга. Я думаю, наши дети, наверное, и никогда не слышали, как вообще на повышенных тонах могут общаться родители. Папа для них авторитет. То есть, если они меня не слушаются, я употребляю фразу «я сейчас папу позову». К нему приходит вдохновение, когда его никто не трогает. Это только ночное время суток. То есть все укладываются спать, дети не шумят. У Олега достаточно непростой характер, властный. Ой, ревнивый был поначалу. Наша общая ценность с Олегом – это наша семья, это наши дети. Все здоровы, все рядом, и мы вместе. Да. Класс. Как в американском красивом фильме. Стабильная самая история, которая у меня сложилась, потому что... Это закончил, с этим подругался, туда ушел, с этим все. А да, уже старшему сыну 14 лет. У вас трое хлопчиків? Так. Якщо вони захочуть піти у шоу-бізнес працювати? Мені кажется, що середній піде. Тому що він такий на піаніно грає, ну і такий веселий, шутить, демонстративний такий, да. А... Кто куда захочет, пусть туда идет. Мне интересно наблюдать, как они сами проявляют силу даже на вот этом начальном этапе. Пусть будут какие-то трудности, интересно посмотреть, как они будут с ними бороться. За 16 років спільного життя ви такий правдоруб, такий борець за справедливість, такий скандаліст. Як ви витримуєте баланс у родинному житті? Ну, не один я. Над родинним життям працюємо ми всі. І, може бути, в цьому і є баланс, що те, що ти можеш дозволити собі на роботі, ти не можеш дозволити собі в сім'ї. Це банально, звісно, що діти – це твій тил, але вони, во-первых, роблять тебе добрее, вони тебе міняють, ти становишся сентиментальний. Ну, це ж понятні істини.